Тишина в библиотеке. Простите, а вы раньше кем работали? Охранником. Теперь здесь. Потому что в библиотеке должна быть тишина. Я у вас раньше книгу брал. Как заработать миллион? Там половина страниц вырвана. Ну и что? Полмиллиона тоже неплохо. Мне бы еще книгу. Кому на Руси жить хорошо? Журнал Forbes продается у нас за углом. А здесь библиотека. Тихо, я сказал. Вот, Сусанина возьми. Как завести друзей? Да нет. Мне бы лучше книгу для легкого чтения. По ней еще фильм снимали про бригаду. Три мушкетера. За подвесы гулящей королевы столько невинного народу полегло. Одним словом, бандосы. А вообще, сколько книг прочитали? 3. 3000? Букварь, вторая и синяя. Твою? Мать не сдал. Приноси в следующий раз мать, а не приводи, как в прошлый раз. А то я тебе весь переплет порву. Выдергаю из «Войны и мира» все закладки, будешь заново читать. Иди отсюда. За что? За дверь иди. Почему? По полу. Оп, оп, оп. А вы не могли бы поставить подпись вот здесь? Зачем? Я не писал эту книгу. Да я вас узнала. Вы не библиотекарь и не охранник. Вы каскадер.